Предприниматели Заречного подвели итоги года. Вечер в Центре здоровья и досуга собрал несколько десятков самых успешных бизнесменов. Для них и для всего городского бизнес-сообщества уходящий 2011 стал сложным. Впрочем, справляться с трудностями Зареченскому, как и всему российскому предпринимательству, не привыкать. В целом же, в преддверии Нового года бизнесмены полны оптимизма. Год 2011, как и прошлый год, в принципе, был нелегкий год предпринимательства, но, тем не менее, достойно выдержали предприниматели его. Говорить о том, что будет хорошо или лучше, трудно говорить. Поживем, посмотрим, а дальше уже будем принимать какие-то решения. Однозначно бизнес будет развиваться в городе Заречном, однозначно будем смотреть, какие-то новые направления развивать в городе, это однозначно все будет. Одним из главных итогов уходящего года стало расширение городского бизнес-сообщества. В 2011-м в Заречном собственное дело открыли 387 индивидуальных предпринимателей. Начали работу 60 малых предприятий. С успешным окончанием года новоиспеченных и уже состоявшихся бизнесменов поздравил глава городской администрации Вячеслав Гладков. Первый раз в этом году говорю с наступающим Новым годом. Хочется пожелать вам всего самого доброго. Напомню знаковые события. После встречи с главными олигархами президент России встретился по вопросам развития предпринимательства с представителями нашего города. Я реально считаю, что это круто, потому что 62 тысячи населения, не самый большой, не самый крупный город, но в качестве экспертов администрации президента мы занимаем достаточно высокое экспертное место. Но это то, что касается имиджа. А так очень хочется пожелать вам, чтобы развивался, конечно, ваш бизнес, чтобы ваш бизнес становился более устойчивым. Анна Сазонова, Игорь Ведяков, телерадиокомпания «Заречный».